Маракасы, кастаньеты, бубен, свирель – далеко не полный перечень экзотических музыкальных инструментов, которые привезли с собой в Полевской детский дом музыканты-виртуозы ансамбля народных инструментов «Аюшка». В эти минуты руководитель ансамбля «Аюшка» Владимир Зыкин приглашает прокатиться воспитанников Полевского детского дома на музыкальном экспрессе в поисках мелодий мира. А путешествовать мы будем на нашем музыкальном экспрессе? Ну, конечно, Вячеслав, но не на простом музыкальном экспрессе, а на волшебном музыкальном экспрессе, ребята. Давайте занимать места в нашем замечательном поезде. И в путь, друзья! За время существования такого проекта ансамблем «Аюшка» проведено 193 концерта для воспитанников детских домов. И каждый раз ребята с нетерпением ждут все новых программ от исполнителей. Малыши спешат побывать в удивительном путешествии по странам мира через зажигательные мелодии. А участники группы спешат порадовать малышей каждый раз новой программой. Это такой совместный проект благотворительного фонда «Синара» и Свердловской филармонии. И имя этому проекту «Большая музыка для маленьких сердец». 6 лет благотворительный фонд и Свердловская филармония занимаются таким очень правильным делом. Приезжают в детские дома, в приюты и вместе с музыкой, со звучанием занимаются и образованием, и подают это в игровой форме. Одним словом, это не просто концерты, такие выездные. Это целые музыкальные, образовательные, игровые программы, которые интересны как и детям, так и взрослым. Валя и Ксения уже не в первый раз присутствуют на концерте группы «Аюшка». Сегодня девочки особенно в восторге от новых для них музыкальных инструментов «Кастаньет». Очень там, знаете, там как сначала, ну, настроение как-то спало, а потом как услышали вот это все, вот это вздроги, вот это, знаете, так заинтересовало. Вот прям само хочется играть, танцевать, плясать. Ну, вот, вот что я могу сказать. Для нас этот концерт очень важен, потому что нигде нельзя это послушать музыку современно, только у нас. Персонал Полевского детского дома и сами не прочь послушать живую музыку. Говорят, что прямое общение с музыкантами идет на пользу и детям, и взрослым. Живое общение со слушателями втягивает в мир музыки, и вот ты уже вместе с музыкантами путешествуешь на музыкальном экспрессе. С этими людьми в этом проекте мы работаем 2 года уже. Каждый год коллективы дают у нас по 4 концерта. Детям это очень нравится. Даже не только детям, и сотрудникам. Мы, не выезжая в Екатеринбург, слушаем и слышим музыку. И мне кажется, это вообще нужно для детей. Они ее воспринимают уже по-другому, когда смотрят вживую. Ансамбль народных инструментов «Аюшка» исполняет самую разнообразную музыку – от фолка до джаза. На своих выступлениях артисты используют множество необычных музыкальных инструментов, а неповторимость и оригинальность музыкального языка создается благодаря композиторскому замыслу Владимира Зыкина. И это все отмечают музыканты для маленьких сердец – воспитанников детских домов. Наталья Рожкова, Константин Миронов. Новости нашего города.